Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! В этом видео я расскажу, чем я подкармливаю молодые яблони. Их у меня 4. Это яблоня Уэлси. Молодой считается яблоня, если ей 5-6 лет. Яблони осенью перед зимовкой я буду укрывать перегноем приствольный круг. Здесь у меня вишни растут, в саду ряд вишен, а это яблоня медовка. Я ее когда покупала, была одна палка без веток, верхушку обрезала. Но сейчас вот смотрите, яблони уже начинают разрастаться. Чем же я еще подкармливаю, кроме того, что приствольный круг удобряю перегноем? Крона у яблонь и сама яблоня, они невысокие, молодые яблони. Поэтому я опрыскиваю в сентябре вытяжкой из суперфосфата. Как я делаю вытяжку из суперфосфата? Беру 2 килограмма суперфосфата, заливаю 4 литрами кипятка, периодически помешиваю и оставляю, чтобы остудилась в течение суток. На следующий день я сливаю с осадка жидкость. И вот эту жидкость, слитую с осадка, я беру 1 стакан вытяжки и развожу в 10 литрах воды. И вот вытяжкой суперфосфата я опрыскиваю молодые яблони. Вот все, что требуется яблоням в осенний период. Это на мой взгляд. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.